Всем привет, ребята! И сегодня я буду обустраивать последнюю комнату в розовом доме. Вот уже получается очень классный дом. И теперь мы обустроим зал. Обои мы берем вот такие вот. Я хочу вот такие вот обои. И пол мы берем вот такой вот. Сейчас покажу. Вот такой вот пол берем и заходим в креатор, где мебель. Так, берем вот такой вот диванчик. Вот такой вот диванчик. И берем телевизор розовый. Ставим вот сюда вот. И вот сюда вот, вот так вот. Оп, все. Потом берем цветочек какой-то, ставим вот сюда вот. И над ним ставим полочки розовенькие обязательно. Сейчас найдем розовые такие вот полочки. Хоп. И хоп. Так, ребята, я буду снимать сериалы. И я надеюсь, вам понравится. Заходим туда, где картины. Извиняюсь. Сейчас поставим все на место. Все. Так. Берем картину. Ищем картину. Я хочу вот такую вот. Ложим ее сюда. Ставим точнее. И берем полочки. А полочки мы берем вот такие. Ставим вот сюда, вот, вот так вот. Оп. Немножко вот так вот. Оп. Ставим полочку. Оп, все. Так, вот такая вот полочка. Диван лучше сюда вот поставим, а телевизор пусть стоит вот тут вот. Берем для телевизора пластинки. Так, ищем. Вот первая пластинка. И вот еще ставим такой вот автомат с такими вот классными конфетками. Вот первая пластинка. А вот это вторая пластинка. И теперь мы берем коврик. А коврик мы берем вот такой вот радужный. Сейчас покажу. Ну, он типа радужный, типа нет. В темных тонах. Радужный, но в темных тонах. Ставим вот сюда вот. И вот сюда вот еще один. Потом мы берем, заходим в цветочный отдел, берем цветы. Тут поставим. И возьмем еще вот такие вот, вот такое вот радио. И еще мы возьмем вот такое вот облачко и фотоаппарат розовенький. Такой вот розовенький фотоаппаратик ставим сюда. Потом мы берем всякие классные розовенькие штучки. Например, мы берем розовый пенальчик, розовый маркер, розовый карандашик, розовую ручку. И розовую точилочку, или я забыла, как это называется. Так, пенал ставим вот сюда вот. Сейчас покажу, куда. Секунду, у меня лагает немного. Пенал мы поставим вот сюда вот. Оп. Что ж такое?
Сейчас попробую опять взять. Оп, все. А, оно не ставится. А, классно. Ну ладно, мы все равно еще поставим столик. Так. Берем столик. А столик мы возьмем вот такой вот. Сейчас покажу, какой. Такой вот столик возьмем. Поставим вот сюда вот. Вот эти все штучки. И самое главное, нужно вкусняшки. Например, чипсы. Возьмем. Коктейльчики. И, например, арбузик, например. И водичку. Оп. Две водички. Оп. Так, теперь нам нужно поставить полочку вдоль картины. Так. Такая вот полочка. Сейчас мы ее украсим какими-то классными штучками. Так, ставим вот сюда вот настольную игру. Сейчас я ее достану. Так, вот сюда вот. Еще там я взяла вот такие вот штучки. Сюда ставим вот такую вот. Там такую вот подушечку. Джойстик вот такой вот. Подушечку сюда ставим. И вот такой вот классный наряд сюда ложим. И такая классная игра. Еще тут кубик вот по разным штучкам двигается. И сейчас мы поставим его лампу. Сейчас возьмем лампу. Так, заходим в отдел с лампами. И красивую лампу выбираем. Я за то, чтобы вот такую вот лампочку. Красивая очень. Оп, сюда ставим. И еще берем кольцевую лампу. Ставим ее вот сюда. И берем еще вот такое розовое сердечко. Ставим вот сюда вот. И сюда вот. Так, все. А кольцевую лампу немножко вот сюда вот поставим лучше. Так, и я вам скажу, мы сделали этот дом. Поздравляю. Смотрите, тут у нас теперь такая вот спальня. Классная. Тут в шкафчиках пока что ничего нету. Такая вот у нас классная спальня. Потом вот такая вот классная кухня. Прихожая классная. Ванная классная. И классная зала. Сейчас мы включим какие-то тут мультики, чтобы шли, чтобы было красиво. Сейчас. Оп. Ставим диск. Секундочку, не могу поставить просто. Оп. Все. Итак, ребята, на этом закончился наш сезон розового дома. И вот так вот у нас все красивенько вышло. И следующее видео выйдет сегодня же. И будет сериал. А сериал будет про... Надо подумать про что. А вы мне помогаете думать. И поэтому вы пишите в комментариях, что вы хотите, какие сериалы, чтобы я брала. Всех люблю, всем пока. И еще скажу вам одно. Я вас очень люблю. И у меня опять залагала только бока. Всех люблю, всем пока. Пока-пока.